Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек, мы с вами в игре Days Gone или Жизнь После, и сегодня у нас с вами речь пойдет о борде из Грота Кейвс. Я вам покажу, где она находится и сколько фриков в ней насчитывается, где она тусуется днем и где ночью. Давайте посмотрим на карте. Располагается орда в регионе Каскады. Насчитывает данная орда 75 фриканов, это самая большая орда в этом регионе, и вот здесь вот пещера наверху, где они спят днем. Также чуть ниже находится место, где они кормятся, на кладбище Пайонир, рядом с блокпостом Нера, который находится чуть правее. Ну а здесь, как вы поняли, находится место водопоя, где фрики пьют воду. Ну давайте вернемся к нашей основной пещере, где фрики спят днем. И прежде чем мы будем уничтожать орду, ребят, мы сначала с вами исследуем эту пещеру. Я вам покажу ее всю, расскажу, где как лучше пройти и как лучше фриков уничтожить. Вот обратите внимание на мост. Видите, что часть досок поломана. Если вы фриков приведете на это место, то они провалятся и погибнут. Не вся орда, конечно, там провалится и погибнет, но какую-то часть фриков вы заберете, вообще не напрягаясь. Согласитесь, это очень удобно. Ну а мы с вами отправляемся вглубь пещеры. Сразу скажу, ребят, пещера довольно длинная, поэтому старайтесь запоминать все ходы и выходы. Это вам понадобится в будущем, как только за вами погонится орда, вы будете знать, куда бежать. А теперь обратите внимание, у нас будет развилка. Налево светло, видите, там свет вдалеке, и направо спуск вниз. Если вы пойдете вниз, то вы сразу наткнетесь на место, где орда спит. Вы сразу в нее упретесь, если вот выбежите на вот это вот большое пространство. Тут как раз и будет 75 фриканов, которые спокойно себе спят. Но как только они вас увидят, они за вами погонятся. А вам нужно будет быстро от них убежать. Ну а потом еще и уничтожить. Это, конечно, будет сложновато сделать, но я думаю, у вас все получится. Возвращаемся к нашей развилочке, идем в то место, где был свет. Выходим, получается, сверху над ордой. Как видите, это как раз то самое место, где фрики спят внизу, а мы находимся чуть выше. Если пробежать еще немножко вперед, здесь вы можете найти инъектор Нера. Очень классная штука, рекомендую ее здесь забрать. Ну а тут фриков можете уничтожать как хотите. Сверху закидывайте и их всем, чем хотите. Но мы с вами как раз сейчас это дело и сделаем. Полетели. Мы возвращаемся в эту самую пещеру, и теперь уже орда там внутри находится. И я лечу на всех парах, сейчас мы будем фриков убивать. Мы с вами пойдем по верхнему пути, вниз мы не пойдем, это нам не нужно. Мы ищем способ, как уничтожить орду намного легче и намного проще. Ну а чтобы ее уничтожить намного проще, нам нужно преимущество. И преимущество нам это даст как раз то самое место, где мы будем над фриканами находиться. То есть по развилочке, как вы помните, нам нужно повернуть налево. Вниз не спускаемся, там орда сидит. Будет тяжело их уничтожать, мы идем с вами налево, там где свет. Идите на свет, ребят, и все у вас получится. Подбегая к яме, я слышу уже звуки орды, я понимаю, что орда на месте. Доставлю коктейль Молотова, и посмотрите, ребят, как удобно же кидать на бошки фриканам зажигательную смесь. Это просто великолепно. И у нас есть преимущество в том, что мы кидаем сверху, и у нас есть еще дополнительное время, пока какая-то часть фриков, которая не сгорит, будет к нам лезть. Пока они лезут, мы можем их спокойно отстреливать. Пока они забираются, пока они пытаются вылезти из своей ямы, мы вот так вот спокойно их расстреливаем. Но фриков осталось, как видите, меньше половины даже, вообще великолепно. И теперь давайте фриканов оставшихся доведем до места, там где мы заходили в саму пещеру. Помните мост с разрушенными досками? Вот сейчас мы их по нему и проведем и посмотрим, поможет ли он уничтожить какую-то часть орды. Ну, чтобы вы знали, как действовать, если что. Если вдруг у вас не получилось убить большую часть орды, ведите их на свет. Выводите на свет, по мосту проводите, часть фриканов погибает уже, хорошо, остальных уже убивайте как хотите. Я уже дошел до моста, жду, когда фрики скопятся, их побольше. Смотрим на счетчик орды вверху, на полоску. Сколько фриков погибнет? Отлично. У нас погибло ровно где-то половина. Но я считаю, что это очень даже неплохой результат. Поэтому, друзья, не забываем про этот хороший мостик. Такой используем его, конечно же, в своих интересах, в своих целях. И забираем фриканов. Вон там один свалился, видели? Но у нас осталась еще часть недобитых фриков. Все почему? Потому что некоторые фрики, они забивают. Они не хотят так долго за вами бегать. И какая-то часть возвращается просто на свое место. Поспать, поесть, там, попить. Неважно, где эта орда находится. И вот они, видите, отстающие медленно бредут на свое место. Но это мне дает, конечно же, опять преимущество, пока фрики развернутся, пока они поймут, кто в них стреляет, откуда, пока добегут. Это мне позволяет забрать оставшихся фриканов спокойно. Ну, какие-то если прорвались, потому что оружие у меня, как видите, не особо супер мощное, я просто вот так их потом добиваю по одному, потому что уже проблем никаких с ними не должно возникнуть. Стреляю в башку фрикану, остается буквально один. Где же он? И вот еще самый-самый отставший бежит, торопится меня съесть. Но не тут-то было, конечно же, мы его спокойно убиваем. Вот и все, ребят, орда с Грота Кейвс днем в пещере уничтожена. Ну, а мы с вами потихоньку переходим к месту кормежки. Место кормежки, друзья, как я вам и говорил, находится на кладбище Пайонир. Все 75 фриканов расположились между могилами и жрут там что. Не знаю, что они там жрут, конечно, но явно что-то нашли. То, что можно еще поесть. Вот, посмотрите, вон они ходят, и теперь нам нужно их будет уничтожить. Вон там находится вход в кладбище Пайонир, как вы помните, если кто не знает. Заезжаете в ворота, и вот здесь вот найдете эту самую орду. Еще раз показываю на карте, ребят. Вот эта точка, где находится орда на месте кормежки ночью. Ну, а мы с вами переходим к уничтожению.
окружение от орды, я беру гранату, какую-то часть орды сейчас будем забирать с помощью нее. Ну, потому что местность такая, знаете, тяжело будет бегать от фриканов здесь. Особо никуда не залезешь, чтобы от них спрятаться, тоже мест нету. Ну и чтобы облегчить себе уничтожение орды с помощью огнестрельного оружия, я, конечно, буду использовать гранату. Это позволит мне забрать какую-то часть орды, фриков станет меньше, за мной будет их гоняться меньше. И, соответственно, из стрелкового оружия мне потом будет легче их забрать, оставшихся фриканов. Ну, сами понимаете, чем меньше орда, тем проще с ней тягаться. Потому что, когда они прут толпой, они сносят тебя буквально с ног. Неважно, какое у тебя есть оружие, они все равно до тебя доберутся. Но если их чуть-чуть осталось, ну или половина, тут уже, конечно же, намного все проще. Какая-то часть фриканов, как видите, опять забила на меня, они продолжили там кормиться, поэтому за мной бегали не все. Как только граната взорвалась, некоторые фрики, видно, задумались. А стоит ли вообще за ним бегать? Какой-то стрёмный чувак, который нас уничтожает, может вообще не лезть к нему? В общем, мне кажется, так они и подумали. Ну, если у вас нет гранат, ребят, опять же, используйте фугасы, они тоже хорошие. Ну, или если нет ни того, ни другого, то, конечно же, коктейль Молотова вам в помощь, можете также пожигать эту орду. Но я пока продолжаю наворачивать круги по кладбищу, как бы странно это ни звучало, уничтожаю здесь фриканов, которые пришли зачем-то все испортили здесь, устроили место кормежки. В общем, запоганили все кладбище, поэтому, ребят, вырезаем всю заразу и надеюсь, больше сюда фрики не вернутся и здесь будет красиво, чисто и хорошо. Ну, а оставшихся фриканов я решил уже просто побить в рукопашную и, как видите, зря, наверное, это сделал, потому что чуть не огреб от фриков по полной. Но нет, получается забрать их, все отлично. Орда из грота Кейвс на месте кормежки в количестве 75 фриканов. Ребят, на сложности выживания 2, опять же, все видосы уничтожено в полном объеме. Но мы с вами переходим к месту водопоя этой самой орды. И давайте посмотрим, где это находится еще раз. И вот мы с вами появляемся у места водопоя. Внизу как раз у воды находится орда. Сейчас мы с вами на карте наглядно посмотрим еще раз это место, где же их можно найти, там, где они воду пьют. Вот здесь на карте находится орда из грота Кейвс. Здесь у них как раз место водопоя, еще раз, ребят, повторюсь. И если вы обратите внимание, это то самое озеро, где мы с вами до этого видели орду из Horse Lake. Да, вот тут вот находится орда из Horse Lake, а здесь орда из грота Кейвс. В общем, очень популярное озеро у фриканов, они сюда приходят пить ордами, и поэтому будьте аккуратны, минимум две орды около этого озера вы можете найти. Достаю фугас, кидаю в то место, где как можно больше, на мой взгляд, было фриканов. Остальные фрики начинают бежать за мной, и вот тут, конечно, начинается самое веселое. Нам нужно уничтожать эту орду, а уничтожать ее посреди леса, я вам скажу, довольно-таки сложно. Но если вы встречаете какие-то поваленные деревья, обязательно их перепрыгивайте. Орда будет немножко зависать, пока не перелезают через это дерево. У вас есть какое-то время, чтобы развернуться и начать по ним стрелять. А если подключите еще и концентрацию, то это позволит выкосить довольно-таки приличное количество фриканов. Перелезаю через еще одно дерево и начинаем бегать кругами. Но если вы даже встречаете какие-то такие вот выступы, залезайте на них. Фрики опять же будут на них пытаться забраться. Пока не забираются, спокойно разворачивайтесь и убивайте фриканов, пока не лезут. Это опять же дает вам небольшое, но преимущество. А теперь убегаем с вами на пирс, и там будем добивать остатки фриков, которые за нами бегут. Разворачиваемся и встречаем их здесь на пирсе. Довольно-таки узкое пространство, с двух сторон вода. Это позволяет контролировать количество фриков, которые бегут на нас, и спокойно их здесь расстреливаем. Вот и все, в принципе, орда из грота Кейвс уничтожена в количестве 75 фриканов на месте водопоя. И еще, ребят, несколько слов по поводу вот этого пирса, на который мы с вами пришли. Не забудьте пробежаться по нему, забрать весь лут, который здесь находится. Здесь довольно-таки много всего полезного, я думаю, вы найдете для себя. Есть и аптечка, есть бинты, и всякие разные материалы для создания разнообразных средств для уничтожения фриканов и не только. Ну а на этом у меня все, друзья, я с вами прощаюсь. Если вам видео оказалось полезным и оно вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Если кому интересно, подписывайтесь на канал. С вами был Санек, всем счастливо, всем пока и до новых встреч, новых видео по нашей любимой игре Days Gone или Жизнь После. Ну хотя на этом видео еще не заканчивается, потому что фрики начинают прибывать из леса, а все потому, что я очень сильно здесь нашумел. Как вы знаете, ночью лес полон фриканами. Если днем они спят по пещерам, то ночью они вылезают из всех щелей. И я вот так сильно нашумел, что они лезут, лезут и лезут. Но я еще раз с вами прощаюсь. Смотрите, как буду добивать фриканов. Еще раз. Всем пока.